Всем привет! Рада приветствовать вас на своих упражнениях в домашних условиях для укрепления спины, поясницы и шейного отдела. В начале нашей тренировки постараемся максимально расслабиться и подготовить тело к дальнейшим упражнениям. Движения должны проделываться с легкостью, никакого дискомфорта при этом вы чувствовать не должны. Теперь мы полностью готовы к тренировке. Начинаем наши упражнения с наклонов головы вперед, назад, вправо, влево по 10-15 повторений. С непривычки при таком упражнении возможны небольшие головокружения, поэтому советую в таком положении посидеть несколько секунд, чтобы ваше тело, голова пришла в норму. Отдохнули, расслабились, выдохнули и теперь снова продолжаем нашу тренировку. Следующее упражнение называется кошечка. Стараемся максимально вытянуть руки вперед и ягодицы посадить на пятки. Потихонечку тянем руки вперед, незаметно, чтобы наша спинка потихоньку вытягивалась и становилась ровной и красивой. Этим упражнением мы хотим помочь нашему телу уметь двигаться. Именно такой комплекс движений заставляет максимально разогреть и укрепить нашу спину. При таком упражнении, которое называется скручивание, мы заставляем не только мышцы спины работать, но и весь позвоночник. Не забываем чуть-чуть помогать себе руками, насколько это возможно, поворачивать корпус все дальше и дальше. При этом упражнении не должно быть никаких болевых ощущений. Все делаем спокойно и непринужденно. Темп поворачивания при скручивании выбираете сами. Чуть-чуть потягиваем шею, помогаем себе рукой. Насколько это возможно, опускаем голову ниже к плечу. Наклоняем голову настолько, насколько это возможно. Никаких резких движений и заломов быть не должно.
Упражнение продолжаем как в правую, так и в левую сторону по 10-15 повторений. Максимально расслабляемся, тело должно быть полностью расслаблено. Следующее упражнение называется тазобедренное скручивание. В этом упражнении задействована поясница. Очень хорошо помогает при болях в пояснице женщинам, так и мужчинам любого возраста. Продолжаем упражнение по 10-15 повторений, как в правую, так и в левую сторону. Расслабляемся, вытягиваемся и лежим, отдыхаем. Следующее упражнение вам поможет в укреплении пресса, также укрепит ваши мышцы спины. Делаем это упражнение ровно столько, сколько можем выстоять. Ложимся в позу ребенка и наслаждаемся легкой, приятной усталостью. Садимся на коленки, поднимаем ручки кверху, делаем глубокий вдох и сидим, отдыхаем. Вот и подошла к концу наша очередная домашняя тренировка. Если кому нравятся видеоролики, ставьте лайки, комментируйте, а я буду рада помочь вам и вашей спине. Увидимся с вами завтра.